Привет, дорогие друзья! Вот продолжение, оно будет недолго. Давайте дальше искать. Ага. Ищем. Блин, ребят, я ничего не нахожу. Реально, гляньте. Давайте поищем в песочнице. А что это торчит, ребят? Это что торчит? Посмотрите. Давайте откапывать. Капец, это же поп-ит. Поп-ит. Сейчас мы его вытрусим. Гляньте, это же квадрат, только его кто-то про дырочку сделал. Кстати, давайте проверим, как он кликается. Сначала с плохой стороны. Так себе, как обычно. А с этой? О, хорошо. Так, давайте дальше искать. Ребят, мне кажется, что тут что-то есть. Давайте же откапывать. А я не ошибалась, ребят. Давайте же узнаем, что это. Или это просто спиннер? Это же поп-ит спиннер! Или как это? Пишите в комментариях, это поп-ит? Давайте-ка мы его немножечко почистим. Гляньте, это реально спиннер. Поп-ит спиннер. Сейчас его надо протестировать. Он же был под землей. Ну, так себе стал уже крутиться, я думаю. Крутился бы лучше. Здесь пески. Надо его потом дома промыть, ребят. Извините, что камера немножечко. Пойдемте дальше на поиски. Вы что-нибудь видите здесь? Я нет. Вот смотрите, я веду камерой. Приглядитесь, пишите в комментариях, что вы увидели. Я вообще ничего не вижу. Может, пишите в комментариях быстрее, что вы увидели, потому что я могу это уже раньше вас увидеть. Ставьте на паузу видео и смотрите. Вау, ребят, я что-то увидела. Неужели это поп-ит? А какой же формы? Пишите в комментариях быстрее. Какой же он формы? Я еще не могу его раскопать. Кто его так глубоко закопал? Это же бабочка! Гляньте! Вау! Это же поп-ид бабочка! Гляньте, как она выглядит сначала из песка. Ну, так, а давайте мы ее кинем. Посмотрим, что же будет. Вау! Это круто! Давайте-ка другим способом. Затылок. Так, все, смотрим. С хорошей стороны кликаю. Нормально. С плохой. Так себе. Оно даже вылазит, смотрите. Видите? Ладно. Вот клад, который я нашла. Видео идет всего лишь 3 минуты. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока.